Всем привет! Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Мы сегодня в фикс-прайсе, город Димитровград. Это у нас Черемшан. Посмотрите, какие классные кружки из янтарной коллекции пришли в этот магазинчик. Кружка в форме тыквы. 249 рублей. Так, и объемом она 720 миллилитров. То есть вот такое прочное стекло, боросиликатное. И также можно купить чайную пару. Чашечка 260 миллилитров, тоже боросиликатное стекло. Кстати, можно купить вот в такой коробочке, это идет подарок. Хорошо подойдет подарок. Цена 299 рублей. И также вот можно купить керамику, тоже из осенней коллекции. Очень классные баночки. Кстати, белого цвета баночки, тыковки разобрали очень быстро. Вот осталась одна только маленькая тыковка вот из этой коллекции. Очень красиво смотрится в интерьере. Кто любит тематически украшать свой интерьер, свой уютный дом, тоже можно вот подобрать такую коллекцию. Кстати, вот в такой гамме эта коллекция подойдет в любой интерьер. И в зимний вариант оформления, зимний декор, и осенний, и весенний даже. Тоже будет смотреться нежно-зеленый, такой цвет очень красиво. Да, чайники вот вынесли еще новый заварочный. Да, друзья, кто из Димитровграда, да, нам еще не вся коллекция пришла, вот эта янтарная, но она постепенно будет добавляться. Ждем новиночки. Вот здесь вот наборы чашек из янтарной коллекции. Чашка с блюдцем. Чайник. Вот здесь вот кружка в форме тыквы, очень красивая. Бокалы. А вот графинчики я видела в Кристалле в магазине. Там побольше коллекция. Еще должны быть красивые фужеры. Но здесь еще пока не вынесли. И конфетница. Но мне хочется вот с оленем наверху на крышке. Но пока у нас еще не вынесли. Не привезли даже. Спрашивала я у продавцов, еще не привезли. Такие вот салатники. Ну, такие вот терки интересной формы, конусообразные. Посмотрите, здесь сколько разных натираний можно сделать. До самой мелкой, от крупной. Цена 229 рублей. Мне нравится вот здесь вот сверху ручка. Она деревянная, в таком эко-стиле. Ну, уж как удобно, пишите в комментариях. Ну, и полотенчики вот эти по 149 были с тыквами. Здесь вот баклажаны с перцами, с разными овощами. По цветовой гамме они могут быть вот такие зелененькие и еще с таким серо-фиолетовым оттенком. Зеленый такой, оливкового цвета. Вот такие нарядные баночки с печеньем. 150 грамм, 124 рубля стоит. Еще с карандашами там были вариант. Еще одна новиночка. Вот такое мыло 500 миллилитров в интересной упаковке с таким носиком. С дозатором интересным, 133 рубля, оно парфюмированное. Знаете, аромат такой тонкий-тонкий, цветочный. Вот как выглядит с других сторон. Так, и какая еще информация? Вот, информации больше никакой не написано. Так, ну и вот такой вот крем для ухода за кожей рук Любава. Он был в баночках раньше, а сейчас в таком тюбике. Тоже пользуется популярностью, с ионами серебра. Увлажняет содержание натуральных экстрактов и масел. Изготавливает в Нижнем Новгороде. Цена 79 рублей. То есть вот здесь вот питает, увлажняет кожу, омолаживает, разглаживает, устраняет сухость и шелушение, делает кожу бархатной и нежной. Вот такой вот крем. Ну, гранаты вот здесь вот стояли, уже их разобрали, одна этикетка осталась. Но вот эти вот вазы еще есть. Да, и соусница у нас из новой коллекции янтарной, тоже все ушли в лед. Кстати, забрал один человек почему-то, но не я. Не я. Вот это еще одна осталась, только декорация. Кашпо для цветов, для цветочных композиций. А декоративные ящички разбираются. Осталось всего два. Ну да, они по цене 149, вроде как недорого, но создать такое приятное настроение осеннее они могут.
Красиво. Так, а по мне вот это вот тоже нравится. Такие вот шкатулочки. Может, у кого-то уже их и нет, а у нас вот они все еще есть. Кстати, вот эти кружки очень хорошие. Я тоже себе купила 2 штучки. Вот. Друзья, на этом видео заканчиваю. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Также я есть на Рутубе, на Дзене, и телеграм-канал у меня есть, и ВКонтакте группа. Все ссылочки я внизу под видео оставлю. Всем удачных, выгодных покупок, теплой осени. До новых встреч, друзья. До свидания. А также я хочу познакомить вас со своим творчеством, так как я художник и пишу картины. Картины маслом, также акварелью, пастелью, акриловыми красками. И вот одни из моих новых работ — это вот такие грибочки, мини-картины, миниатюры у меня есть. И летний сюжет вот такой со шляпой и с цветами. Сырень. Одну сырень я уже продала. Котик. Тоже маслом написанный, оформленный в рамку. Но котик написан на бумаге специальной, грунтованной для работы маслом. И вот малинка. Авторская работа. Малинку я ставила в вазу, писала с натуры. Получился такой чудесный натюрморт летний. Ну и также есть у меня другие тоже работы. Такие ирисы прекрасные, одуванчики. Вот. Пейзажи, написанные густо мазками маслом в технике импаста. Мастихиновая техника. Ссылочку обязательно вам оставлю внизу под видео. Если вам эти работы понравились, то можно их приобрести. Полевые цветочки. Это масляная пастель на крафт-бумаге тоже. Если оформить в рамочку, паспорту сделать, будет тоже смотреться в интерьере красиво. Каждый штрих веления душу наполняет. Светом наполняю я свою судьбу. Рисую радость, нежность, всю любовь свою. Звуки джаза льются тихо и нежно, как кисть по холсту движется неизбежно. Эта мелодия в сердце звучит, душу мою искрится и горит. В красках акварели я нахожу покой. Каждый мазок, как сказка, дарит мне настрой. В мире моих грез все живое вокруг любовью наполняет мой внутренний круг. Любовью наполняет.